think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня следующий обзорчик на новые талантики. Я его вытащил и уже прокачал. В общем, вот такой вот новый талант. Не знаю, посмотрим. Имбовый и неимбовый наносит 70, увеличивает силу атаки на 70. При атаке наносит 4 целям. Но в данном случае у меня 3. 365% дамага. Также он игнорирует иллюзорность и блокировку, кулдаун 6 секунд. Интересно будет посмотреть. Решил поставить все-таки на Фрейку. Она хоть и дольше живет, и на ней хоть можно потестировать. Так, смотрим. Вот, видно, мелкие такие идут. Вот, на 3 героев. То есть чисто бьет по героям, но дамаг что-то печальный. Игнорирует иллюзорность и блокировку. То есть, насколько я понял, игнорирует инвизы и блокировку. Это выживание типа такого плана. Непонятно. Но дамага что-то я вообще не вижу. Странно очень. Давайте на кого-то другого нападем. То есть он активируется, когда герой атакует. Нормальная миссия у нас. Вот 18 тысяч фрей прилетело. То есть ограничения он не обходит. Ну, мне нравится новый супер питомец. Или так как надо. Плюс дополнительно дает уклонение. Видите, точности на героя нет. И соответственно, нифига толком попасть герой не может. Сейчас попробуем кого-то попроще найти. Тут все с 30-ми прорывами. Вот, есть попроще. Такое что-то я бы не сказал, что особо много дамага. Конечно, то, что кулдаун, то есть это получается, конечно, минус. Так, мы посмотрим здесь. Такое. Я ожидал все-таки, наверное, большего от этого таланта. У нас есть Ронин, интересно. До Ронина, наверное, очередь не дойдет. В общем, я смотрю, ничего такого сверхъестественного. Короче, обычный талант. 70% дамага, это не так уж и много. Вот по Ронину ударил. Еще посмотрим. То, что есть кулдаун, это, конечно, минус.
Видите, он бьет определенные цели, но один раз мы по Ронину попали все-таки. Короче, для того, чтобы он еще попадал, надо на героя. Вот Ронину прилетело 100 с чем-то. Ну, блин, не знаю. Интересно, конечно. Игнорирует иллюзорность. Это, наверное, неплохой вариант. Эмблемами будет, мне кажется. Для того же самого запределья. Для бездонатов. Ну, я не знаю, где бездонаты возьмут, конечно, эти эмблемы. Но думаю, вскоре это будет против Ронина. Как вариант. Но опять же, талант работает, когда герой атакует. А не когда его атакуют, а когда атакует. То есть вы должны понимать, что если вы не будете дамажить, ну, то есть Ронин уйдет в инвиз с хорошим уклонением будет, вы нифига не сделаете без точности. Ну, а так, не знаю, дамаг не особо большой, учитывая даже то, что Фрейя у нас. То есть, если героя вашего заблокировали, не дают ему ударить, талант работать, по сути, но вторая часть его не будет. Как-то получается так. А, вот еще есть Ронин. Интересно, сейчас посмотрим. Вот мы стоим в стане. Вот 448к, ну, в принципе, дамаг довольно-таки не маленький. А если будет тут максималка 4 цели, вот опять смесовал. В принципе, как вариант. Ну, учитывайте то, что если герой не бьет, это не работает. Нету точности, это не работает. То есть в большинстве случаев ставить талантом, я не знаю, наверное, смысла нету. Эмблемой, да. 70% дамага это не так уж и много. Ну, плюс 4 получается дополнительных дамага у вас будет. Ждем. Я хочу посмотреть, чтобы именно попал по этому по Ронину в инвизе. Посмотреть, как это все будет выглядеть. Интересно, что означает еще игнорирует блокировку. Блокировку чего? Или какую блокировку? Скорее всего, блокировку выживания, мне кажется. Ограничение это 100% не игнорирует. Видите, стоит в стане. Ну вот опять пошел дамаг. Ну, блин, дамага хватает. Наверное, это будет интересная тема, конечно. Вот опять 400 прилетело. Интересно, смотрим дальше. Кулдаун, правда, 6 секунд. Ну, я думаю, можно будет попробовать, знаете, на кого? На Зефира поставить, как вариант. А, не, вот... Нули пошли, скорее всего, вот выживание на Ронине стоит. Хрен его знает. В общем, не знаю, буду дальше тестировать, но предварительно скажу вот так. С одной стороны, интересный талант. С другой стороны, дамага немного, надо точность. Ограничение он не проходит. Если бы он ограничение проходил, это вообще был бы имба. Так, в принципе, дополнительных на максималке 4 цели, это неплохо. А плюс увеличится еще дамаг. Если поставить другим героям, надо будет потестировать, еще думаю, на Зефире попробовать. Будет очень даже неплохо. В общем, такая вот у нас Фрейя была. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.